भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवंशस्तनुभिः व्यशेम देवाहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Ну вот мы с вами добрались до третьей части. Первая секция, в третьей части две секции, и это будет вся Упанишада, Мундака. Два супарна, саюджа, сакхая, саманам врикшам париша сваджати, тайораньях пиппалам сваду атти, анашнан аньях, абхичакашити. Две птицы, два супарна, ведийская двандва, соединенные вместе, саюджа, друзья, сакхая, льнут к одному и тому же дереву. Врикшам париша сваджати. Извиняюсь. Париша сваджаты можно перевести тоже как обнимают. Обнимают одну и ту же ветвь дерева. Или льнут к одному и тому же дереву. Тайор аньях, одна из них, пипалам сваду ати, поедает сладкую ягоду. Сваду сладкую, пипалам ягоду, ати ест. От корня есть, да? Тоже ад, кушать, есть. Анашнан, они не едящие, так сказать, аньях, другая. Абхичакашити смотрит. Другая смотрит на это, не поедая, не вкушая. То есть две птицы льнут к одному дереву, одна ест ягоду, а другая наблюдает, как та ест ягоду. Но они обе птицы на одной ветке дерева. Собственно, это тот символ, который постоянно как бы цитируется в индийской литературе. Да? Мы знаем этот символ двух птиц на одной ветви. Даже сделанные там и фильмы об этом, и мультфильмы, и картины, и все что угодно. Две птицы сидят на одной ветви. То есть идея идет о двух, ведийская идея двух пуруш. Да? Два пуруши. Один пуруша вовлеченный, а другой не вовлеченный. То есть один пуруша трансцендентальный, нерожденное я, а другой пуруша кшара, то есть кшара и акшара пуруша. Два пуруша, которые, собственно, представляют нашу сущность здесь. Одна часть нашей природы постоянно вовлечена, так сказать. У нас есть часть нас, которая здесь рождена как психическое существо, как представитель того нерожденного Пуруши, который постоянно наблюдает, лишь наблюдает. А другая часть вовлечена, которая здесь вкушает эту ягоду сладкую.
Да, интересно, что сладкую ягоду, да? А не горькую какую-нибудь или кислую. То есть считается, что воплощение в этом мире – это, собственно, радость. И где-то Шри Аурибиндо тоже об этом говорит, что наше вот это негативное отношение к миру и, честно говоря, оно базируется лишь на том, что наш ум привык критиковать все. И из-за того, что мы, честно говоря, развились из эволюционного прошлого, лишь только встали с колен, так сказать. И поэтому мы очень негативно относимся к, или помним, запоминаем все наши негативные опыты и переживания, больше, чем положительные. Но он говорит, если присмотреться честно, без всяких там на это как бы тенденций критиковать нашу жизнь, какая она плохая, как все неудачно, какие все плохие вокруг нас, то мы увидим, что в жизни положительного гораздо больше. И жизнь привлекает, да, как сладкая ягода. То есть наш критицизм этой жизни, негативное к ней отношение, они несправедливы. То есть они exaggerated, то, что говорится по-английски, то есть преувеличены, слишком преувеличены. Вот как сегодня описывала Нелли, вот зиму, какая красота стоит на улице, вот это вот ощущение красоты жизни, да, несмотря ни на что, несмотря ни на какие политические там распри, проблемы, жизнь, она все равно прекрасна. Как сладкая ягода, да, которую Пуруша вкушает. А другой наблюдает. То есть у нас есть свидетель Пуруша, который не вовлечен, он постоянно наблюдает за тем, что делает природа. Но природа здесь интересно подается в виде тоже Пуруши. И вот это ведийское видение, о котором будет еще говорить Гита, Кшара, Акшара и Пурушоттама. Три Пуруши. Да? Пуруша, который становится Кшара, да, здесь, в этом мире, в Пракрити. Это как раз, мне кажется, представитель нашего психического существа. Хотя он бессмертный, то есть это он строится вокруг нашей искры бессмертной, да, присутствующей в сердце. И все же Пуруша этот развивается, Кшара. Можно его тоже отождествить с Пурушей ментального, витального и физического существа, да? И сказать, что это Пуруша, который, собственно, присутствует в природе, и поэтому он как бы меняется, потому что природа меняется. Но я думаю все-таки, что это как раз вот эти две птицы, это то, о чем говорится в Ведах, как двипад. Да? Двипад, то есть на двух частях базирующееся существо. То есть одно нерожденное я над головой, свидетель, а другое рожденное существо внутри сердца, представитель того нерожденного я. И вот они, как две птицы на одном дереве, на дереве этой манифестации природы, пребывают. Одна из них вкушает сладкую ягоду, а другая наблюдает за ней. Самане врикше порушони магно, Анишая шочати мухьяманах, джуштам яда пашяти аньям ишам, ася махиманам ити вита шоках. На том же дереве человек, погруженный в горести мира. Это он от себя добавляет. Ослепленный скорбит о своем бессилии.
Удивительно, да? На том же дереве, саманы в рикше, можно сказать, на том же дереве, дословно, локативный падеж. Да? Когда же он зрит другого, возлюбленного владыку и его величия, то освобождается от скорби. Ну вот давайте разберемся. То есть еще глянем, как Шри Рубинда перевел. Саманы в рикше, на том же дереве или под тем же деревом, да? Пуруша, я бы так сказал, под деревом сидит. Пуруша нимагнах, погруженный анишая своим бессилием, своим негосподством. Иша – это господство, а анишая – негосподством. Да? Шочати, скорбит, мухьямана. Такой глупый дословно, но как это сказать? Ослепленный, вот как нашел слово. Ослепленный это не дословно, но имеется в виду тот, который заблудился, да? Которого заблудили. То есть он заблудший, ослепленный, непонимающий, скорбит в своем состоянии или своим состоянием бессилия. У него нету мастерства над собой, он не мастер. То есть это, собственно, он является как бы. Когда сознание отождествляется с нашим внешним существом, не с нашим психическим радостным внутри и не с нашим наблюдателем, да, наверху, нерожденным я, Пурушей, свидетелем, а вот отождествляется с самим процессом еды и поедания. И в этом процессе он понимает, что у него нету никакой власти ни над какими процессами, ни над собой, ни над и своими желаниями. Но когда джуштам яда, когда пашьяти, когда он видит этого радостного джуштам, Аньям, другого радостного, Ишам, или, так сказать, того радостного господина, ну, и его величие, Асьямахиманам, ити виташокаха, тогда его скорбь пропадает. То есть, как только он обнаруживает в себе психическое, радостное, поедающее ягоды существо, или же того величия, того свидетеля в себе нерожденного я, его скорбь пропадает. Ну вот третий стих. У меня такая тенденция переводить, честно говоря, кшара Пуруша не как Пуруша, сделанный из вот Пракрити, а именно как Пуруша, который изменяется здесь, да? Меняется. И в смысле в каком-то обе эти формы могут быть определены как кшара Пуруша, как Пуруша, присутствующий в природе, как сама природа, которая формирует вот это наша сущность, наше тело, витальное и ментальное Пуруша, да, маномая, пранамая и аннамая Пуруша. Но также можно видеть в этом кшара Пуруша как раз представителя нерожденного я, который изменяется. И у меня все больше я склоняюсь к тому, что все-таки кшара Пуруша это именно об этом речь. О присутствии вот этого эволюционирующего Пуруши здесь, да? Той проекции нерожденного я сюда. Потому что без этой проекции
В принципе, хотя это очень проблематично говорить таким образом, как я сейчас говорю, в принципе, не должно было бы быть никакого другого изменения. Ну, зачем меняться природе, если в ней нет элемента пуруши, собственно говоря? Но так как было две стадии творения, вот я сейчас войду в такую очень сложную мысль, так как было две стадии творения, в первой стадии тоже обозначились все силы Пуруши. Да? И эволюция идет двумя путями. То есть путем развития нашего физического, витального и ментального тел, да, которые становятся все более какими-то инструментами, удобными или точными инструментами для духа. То есть идет постоянная отработка и развитие этих инструментов познания. То есть нашего тела и всех инструментов тела. То есть наш мозг, наши органы чувств, они вот эти органы, которые развиваются, глаза, руки, кожа, все это физически развивается и становится более точным, более утонченным для использования духа в нас. И также таким же образом развивается наше витальное и наше ментальное существо. И в этом смысле эволюция идет своим чередом. Да? Но если бы не было этого элемента психического, который напрямую связан с нерожденным я, да, и представляет его здесь, не опосредованно через эти уровни сознания, витальное, ментальное, физическое, а напрямую, то наверняка не было бы возможности этим составляющим, так сказать, изменяться и эволюционировать. Эволюция сознания в этих формах была бы, ну, по крайней мере, замедлена. И вот здесь как раз существует два разных мнения. Вот одно мнение я слышал в прошлый раз от Сумитра Басу, который говорит, что в принципе эволюция без психического тоже имеет место. И вполне возможно, что природа напрямую с Пурушей, да, с универсальным Пурушей тоже развивает себя каким-то образом, без того, чтобы как бы полагаться на нерожденное я, представителя здесь этого нерожденного я в форме психического существа. Такая сложная мысль. Я не знаю, зачем я в нее залез, но она действительно как бы все время висит надо мной и все время меня тревожит. Я все время к ней возвращаюсь. Мне всегда казалось, что сама эволюция возможна лишь потому, что есть представитель, напрямую представитель вот этого нерожденного я здесь, в психической форме. Душа. Да? И если есть душа, то есть развитие. Если нет души, то развития нет. Мы впадаем в какую-то формы, типические формы, которые остаются неизменными. Они могут существовать, они могут взаимодействовать, но они не меняются, не изменяются принципиально, не развиваются. Но вполне возможно, что они тоже развиваются, но очень медленно. То есть из-за того, что Агни присутствует и в форме природы, да, он скрыт в самой природе, в глубине земли, и он постоянно подталкивает все к своему развитию, как бы, вне зависимости от психического развития и психического присутствия в сердце. То есть, в принципе, идут две эволюции.
И они друг другу помогают, конечно. Просто из-за того, что наше как бы присутствие в сердце наиболее активное и как бы tangible, да, то, что ощутимое больше, мы можем это увидеть лучше, почувствовать лучше. И поэтому мы так говорим, что без присутствия в сердце не было бы этого развития. Но вполне возможно, что оно бы тоже было, несмотря ни на что. Только оно проходило бы намного медленнее, миллионы, миллиарды лет. И в этом смысле эволюция продолжалась бы, потому что есть универсальный Пуруша и универсальная природа. Окей, ну вот, выбрался я из этого леса. И вот здесь идет следующая шлока, третья. Яда пашьях пашьяте рукма варнам, картарам ишам, пурушам брахмайоним, тада видван пунья папе, видхуя ниранджанах парамам, самьям упайти. Когда видящий это видит, когда видящий видит златоцветого Творца, Владыку Пурушу, источник Брахмана, то сведущий Видван, стряхнув с себя добро и зло, пуньяпапи, видхуя, незапятнанный ниранджанах, он достигает высшего единства, парамам самьям упайти. То есть, когда видящий видит золотого Творца, рукмаварнам картарам, ишам, Господа, Пурушу, брахмайоним, который является источником Брахмана. Вот это тоже интересно, да? Пуруша, который является источником духа. То есть брахмайоним здесь Бхагавриги композита, да? У кого источник Брахма нет. Это не, не кто является источником, это не Бхагавриги, это как раз тот Пуруша композита. Это я говорю для тех, кто изучает санскрит. То есть он является источник Брахман. Если бы это было Бхагавриги, то это было бы тот, у кого источник Брахман. А так он является источником Брахмана, и это интересно обсудить, потому что это как раз Брахман и является духом, да, духом, который присутствует везде. В трансцендентальном мире, в нашем, в глубине нашего сердца, внутри нас и снаружи, как пространство всей Вселенной. Это всеприсутствующий дух, да, на всех уровнях нашего бытия. И он и произведен из Пуруш, из той сущности, из Господа. Да. То есть один и ноль, об этом я хотел поговорить. То есть один – это Пуруша, единый, а ноль – это то, что этот как бы единый произвел. Он произвел единство, да? Единство себя. Он везде является самим собой. И вот эта вот возможность себя явить является брахманом, духом. Мы тут в прошлый раз встречались с нашими друзьями, и один из них рассказывал свою теорию о поле. Да? То есть то, что по-английски называется field, biofield. Да? Что, мол, только поле и нужно, а у нас нет. И вообще даже то есть если посмотреть на самого на сам атом, то
само вращение электрона вокруг ядра и создает само ядро, типа вот так там. То есть ядро не является независимым, а вот само вращение атома вокруг ядра, да, создает ядро. Я думаю, что это не так, да? Что все-таки есть один, который, вокруг которого создается поле. И это поле есть дух, да? А не дух создает ядро. Можно сказать, что за духом стоит единый Пурушоттама, Господь, который себя являет в этом духе, как всякая сущность. То есть, когда человек, тот, который под деревом, да, видит этого златоносного творца мира, золотого творца мира Пурушу, который создал этот дух, да, отца, так сказать, отец, дух и сын, да, в нашей христианской мифологии. Тогда, оставив хорошее и плохое, то есть оставив все пунья и папам, да, грех и безгрешность оставив, стряхнув себя, как какой-то порох чистый, он приходит к высочайшему состоянию единства. Ну вот четвертый стих. Прано еша Ях сарвабхута ихи вибхати. Виджанан видван бхавати нати вади. Атмакрида атмаратих криаван. Эша брахмавидам вариштхах. Ибо это дыхание, или он и есть дыхание жизни. Он и есть сама жизнь, сарвабхута их вибхати, которая сияет во всех существах, или которая отражается во всех существах. Виджанан, распознающий, видван, сведущий, так он переводит, не ведет речей о чем-либо ином. Нативади, это он добавляет от себя о чем-либо ином. Здесь этого нет. Здесь есть просто не говорящий много. Мало говорящий. Атмакридах, атмаратих. То есть играющий в атмане, играющий с самим собой, атмаратих, наслаждающийся самостью, самим собой, или наслаждающийся в атмане, кридаван, совершающий действия, эша брахмавидам вариштхах, это лучший из знатоков брахмана. Шри Рубинда переводит: в себе он находит радость, в себе он находит всю игру, делая здесь дела, он является лучшим из знатоков вечного. Вовлеченный в дела, является лучшим знатоком вечного. Интересно, что кто является источником брахмана, и здесь идет сноска, Шри Рубинда объясняет, это из предыдущего стиха, который я объяснял, что он является источником духа, а не дух является его источником.
то Шербин здесь делает сноску, или же чей источник брахман, если перевести как Бахуврихи, да? То, что мы, о чем мы говорили. Шанкара принимает другое значение как альтернативное, хотя объясняет его как источник низшего брахмана. То есть он смотрит сейчас, если Пуруша является источником брахмана, то это будет источник низшего, а не высшего брахмана. То есть тоже такая интересная мысль. Он не может принять то, что брахман может быть производным от Пуруши. Хотя об этом говорит Кришна в Гите, что самом брахман, то есть и равный брахман, является моим йони, моим, так сказать, как это сказать, маткой, да, в которую я бросаю семя. Из этого происходит весь мир. То есть это место, в которое, как бы, Творец зачинает весь мир. То есть это дух, в котором, собственно, проявляется все творение. Да. Ну, вот такие четыре стиха. Возьмем пятый. Сатьена лабьях тапаса еша атма самьяк джнянена брахмачарьена нитьям антахшарире джотир майо йошубхро ямпашьянти ятаях кшина дошах. Ибо этот атман достигается истиной. Сатьена лабьях, истиной достижим, можно достичь. Тапаса еша атма, или тапасом. Он достигается истиной или концентрации сознания, то, что переводится как подвижничество здесь. Тапас, теплотой, жаром. Жаром, который возникает из концентрации сознания. Эша атма, этот атман, может быть постигнут или получен тапасом или истиной. Самьяк джнянена, правильным знанием или правильной реализацией. Брахмачарьена нитьям, постоянной брахмачарьей. Брахмачарьей здесь переводится как воздержанностью от сексуальных отношений, но это, скорее всего, изучением вед. Постоянным изучением вед. Антахшарире. Ибо он находится внутри тела. Джотир, свет. Джотир мое, сделанный из света, состоящий из света. Шубхарах, чистый. Ямпашьянти ятаях, кого видят аскеты, кшина дошах, лишенные пороков. Сатьямева джаяте нанаритам. Сатьена пантха витато девайанах. Йена раманти решаях. Гьяптакама. Ятратат сатьясья парамам нидханам. Сатьямева джаяте. Отсюда взят этот слоган, да, который представляет Индию. Индию, вы помните эмблему Индии?
Там такой лев, три льва, ну, такой или четыре льва во все стороны, лев. И под низом вот этого льва на пьедестале написана именно эта фраза «Сатьямева джаяте». Ну, это взято отсюда, из Мундаки Упанишат. Лишь истина побеждает, а не ложь, нанритам. Истиной уготован путь сатьена пантха вититах, ведущий к богам девоянах, по которому риши, достигшие желанного, ена акраманти, восходят, приходят ришаях гьяптакамах, где находится то высшее пристанище истины, ятрататсатьясья парамам нидхана. Такая постановка на истину. То есть вся Индия базируется на этом видении, что лишь правдой, лишь истиной можно достичь высшего. Его нельзя достичь какими-то манипуляциями, какими-то желаниями лучшего. Да? Лишь истиной можно достичь истины. Другого хода нет. Кстати, та же самая идея проходит и у Гегеля, где он говорит, что цель можно достичь лишь с помощью средств самой цели. То есть невозможно достичь чего-то хорошего средствами плохого. Да? То есть средства определяют цель. То есть если я хочу достичь истины, то я должен истинно действовать. Я не могу достичь истины, действуя неистинно. Такая простая формулировка, но она действительно работает в этом мире. Да? То есть нельзя какими-то манипуляциями, ложью добиться правды, например. Хотя в нашем мире уже я не знаю, чего только нет. Сейчас и правдой можно лгать, да? Правдой можно лгать, не погрешив против нее ни словом. И все же, когда узнается правда, когда она известна, если человек манипулирует другими меньшими правдами для того, чтобы добиться своего какого-то превосходства в каком-то смысле, то, конечно, это уже не правда, это уже манипуляции. А правда все равно известна. Я вот смотрел, оправдали Трампа, да, потому что не хватило голосов. Так, вернусь к политике. Удивительно было слушать, какие были аргументы у разных сторон. Зная всю правду, вот главарь этой вот своей партии, как она, эта партия республиканцев, объяснив все, что Трамп виноват, он все же его оправдал, потому что там в законе есть какая-то часть, которая не вписывается в это, и следуя этой букве закона, вот она и вся, весь выбор. Человек берет и истину, которая есть, не принимает, потому что есть какая-то малая истина где-то там, и он следует ей, той малой истине. Эту великую, точную, правильную, центральную истину умаляет. Вот и все, все решение. И он знает об этом. Он об этом прямо говорит. Удивительно. А, вот это, знаете, вот тут
про истину. Пошел разговор, и настолько попадание, вот то, что сейчас с нами происходит, мне прям все равно, вот истина, она, знаете, как сладость в сердце. Ты уже никому ничего не надо доказывать. Ты вот просто, если люди не понимают, что такое истина, потому что это же внутри. Просто человек боится туда идти. У него слишком много любви к эго своему, то есть отдельности. И это просто надо пережить. Но если ты эту истину почувствовал в сердце, она такую сладость дает, это просто потрясающе. И обязательно она выйдет на свет. Это просто вот надо знать, верить и идти к этому. И тогда действительно становится вот так светло на душе, и ну, никому ничего не надо доказывать. Вот я просто сейчас успокоилась в этом плане, и вот прям десятку попаданий с истиной. Ну, здорово. Да. Да, конечно, доказывать ничего не надо, но когда вместе люди живут, и в принципе их жизнь зависит от решения других, это они, да. они да, решают это... за тебя, то тебе становится как-то немного непонятно, почему именно так это выбрано, почему эта часть, малая часть доминирует над центральной, важной, известной всем истиной. Мы ведь все знаем истину, в принципе... Все да. понимают, что есть истина, да, то есть лишь, если бы не было вот этих малых зацепок на вот эти какие-то эгоистические желания, там, привилегии и так далее, если бы не было этого страха выживания, то мы бы, конечно, уже давно разобрались и уже бы сделали мир совершенно другим. Но так как участвуют и другие силы в этом всем, да, то есть силы там витальные, ментальные, догмы, всякие манипуляции, деньги, да, то есть деньги – это огромная сила, которая… Страшная сила, это да. Люди за деньгами готовы, я не знаю, что там, ужас, то есть потерять себя готовы, отдаться любой лжи. Да, просто людям истина ради истины не нужна. Да. Ну, в большинстве своем. Да. Не имеет смысла, да? Имеет смысл только вот, ну, зона комфорта. У каждого она своя. Да, это и есть моя истина. Да. У меня есть комфортчик. Ну, это и есть, да. Это и есть энергия эго. Вот, она, ее надо тоже в себе осознать. Пока люди это не поймут, вот это вот мое. Вот это отдельность именно. Ну, значит, будем. Но, знаете, вот когда понимаешь, к ним такое сострадание в сердце открывается, опять-таки из-за вот этой истины, которую ты уже знаешь. Только не надо ее, ей изменять, надо все время быть в ней. Вот источник, тут еще прозвучало такое, тоже очень важный момент. Вот знать свой источник, потому что это источник еще больше, чем... в традиционном понимании Бог, вот как я, общее понимание, вот этот источник в своем сердце, это такой хороший ключ. Вот вы знаете, я прям слушаю, вот прям на душу ложится вот попадание. Очень спасибо. Спасибо, Надя. Да. Да. Такие, да, как бы, скажем, общеизвестные, да, для нас, которые изучают Упанишады, вещи, но все равно они как бы напрямую как бы, да, говорят нам о том, что есть самое важное. Сатьям ива джаяте. Лишь правда, лишь истина prevails, conquers, побеждает. И это всегда очень, то есть поэтому, собственно, неистина все время ваулирует себя в истину. Да? То есть все малые истины хотят выглядеть как большие. И в этом смысле идет игра, постоянная игра. То есть идет постоянное перемещение в пространстве и во времени акцентов, смещение позиций, то есть одна вещь берется и ставится в позицию иную, да, и в этом смысле начинается игра, та игра, которая и создает, собственно, неистину, да, анритам, то, что не на своем месте,
или не в свое время. И вот это смещение постоянной истины и создает неистину. То есть все поставить на свои места, чтобы оно нашло свое правильное место и время, это и будет истина. И все имеет место. Честно говоря, просто оно не нашло еще своего места. И так как оно не на своем месте, оно делает работу неистины. Такая интересная наша жизнь. Поэтому очень важно пробудиться, да, и уже на опыте, на своем духовном, узнать эту истину и знать, как это работает. И но этот гимн, я так понимаю, что это открытие свидетеля уже. Это же не может быть, да, просто как лозунг, там, за истину, за Ленина, за Сталина, за истину. Да, то конечно, есть это уже другая, это уже, да, это уже стадия, прожить. Когда, да, когда у этого, у Сатпрема в путешествии сознания, там, по-моему, да, вот про какой-то как этап, это уже новый способ познания, да, то есть открытие свидетеля, когда ты уже меньше, он там, по-моему, даже этот внешний мир с осьминогом сравнивает, который тебя уже, если ты в себе открываешь свидетеля, он уже меньше тебя захватывает, да, своими путами, вот, и он же постоянно пытается нас захватить. Ну да, мы же уже захвачены, как бы, в каком-то смысле, да, то есть... Он уже нас захватил. Мы дали себя захватить этому. Природа нас... Мы отождествились полностью с движениями природы. Ну, да. В принципе, да. Но захватчик оказался потом захваченным. Как говорится, да? То есть он нас то захватил, а по существу он даже не подозревал, что захватом нас он будет захвачен постепенно. Потому что да. То, что растет здесь, развивается, да, эволюционирует та душа, она, в принципе, изменяет мир и создает новый мир. При всем при том, при всех его resistances, да, сопротивлениях. Да, это, знаете, я работаю с детьми, но вот каждый день. И, конечно, вот эти вот хитрости, да, матрицы, это, конечно, но так невыносимо все лукаво и обманно, это просто, ну, прямо вот каждый раз, прямо вот как идешь на этот бой, да, вот это в день. А когда вот я к детям прихожу, я просто понимаю, что мне в этом находиться рядом с детьми, да, вот в этой лжи, в том состоянии, как все ходят вот по улице, я просто, ну, они меня не примут. И я вынуждена находить вот эту истину, вот как дети живут, да, в настоящем. И вы знаете, я вот с ними, и оно меня прям вытягивает. Я раньше так уставала, ну, тяжело с детьми работать. Они на себе несут вот все родительские проблемы и очищают, и болеют из-за этого. А сейчас я вот когда вхожу в это состояние внутреннее, я понимаю, что мне иначе к ним просто они не подпустят. И они меня вытягивают, вы представляете, прям так интересно. Я прям забываю вот этот кошмар уличный. Дети, вот будьте как малые дети, да, в Евангелии. Потому сказано. Что психический элемент у них присутствует, у них еще эго не захватило их. Да, поэтому и с ними это выручает. Ну и легко, раз. И трудно. Да. Одновременно. Так, понятно. Будьте как дети, это тоже хороший метод. А еще тоже по поводу истины у Булгакова сказано, как там Иешуа говорит с Понтием Пилатом, они как-то там касаются темы истины, и Понтий ему говорит, что ты знаешь, плебс, что ты знаешь об истине. А у него же голова болит у Понтия. И тот ему отвечает, а истина в том, что болит голова. Вы знаете, вот это так помогает, когда ты просто в себя заходишь и в эту свою боль, в которой все живут, и которую мы создали сами этой ложью. И вот ты, когда в эту боль заходишь и просто на нее смотришь и понимаешь, что она источник вранья, знаете, тоже помогает отлично. Я прямо сейчас как-то во всем этом прямо, знаете, возрождаюсь. Вот я вот слушала сейчас, думаю, это же надо, как хорошо попадает. А. Ну, наверное, спасибо. Наоборот, вранье – источник боли, скорее, ну, так. Да. Конечно, ну, я про это и говорю. Да.
Да, то есть боль сама появляется, потому что есть вот эта борьба между, потому что там истина борется с неистиной, которая, собственно, создает вот это вот, узел или боль головной, она у Понтия Пилата, у него борьба идет внутри страшная. Да, ему пришлось нелегко, Понтию. Им пришлось выбирать. Да. И Вот выбор он и был выбрал то, что неистовый. все сейчас выбирают этот кошмар. Да, Ох. большинство, то, что Да, большинство. Куда большинству, надо туда и я. пережить это все. Да. Даже у духовной истины есть какие-то, да, свои ограничения. Допустим, адвайта это еще не полная истина. Мукти это же еще не полная истина. Не зря вот эта порно-йога, наша йога появилась все-таки, да? Йога эволюции души в природе, и которая, собственно, и приводит к необходимости трансформации этой природы. То есть одного отделения Пуруши от Пракрити абсолютно недостаточно. Да? Да, да, это же Это только этап. свидетель. Это этап, да, это этап. Правильно, да. Правильно. Сегодня я Так что. когда утром я думала в таком интересном словосочетании, которое имело какое-то значение для меня по-английски, но по-русски это будет главное не плоть, а воплощение. То есть главное не тело, по-английски not the body, but embodiment. То есть тело существует для того, чтобы произошло воплощение в тело духа, да? Чтобы дух мог воплотиться. Вот чем, почему важно тело. Само по себе тело не важно. У него нету важности никакой без воплощения. Оно и не может быть, его бы и не было, если бы не было воплощения духа. Да? Тело является лишь как бы реализацией вот этого воплощения единого во множественном существе. И поэтому появились тела, как фокусы, как точки для концентрации одного сознания в многих телах, так сказать. И отсюда начинается игра. А мы пестуем тело, мы думаем, что тело очень важное, что с ним нужно возиться, за ним ухаживать. Я думаю, что это неверный подход. Тело является воплощением духа. И в этом смысле нужно на него смотреть как на инструмент духа. И тогда будет правильное к нему отношение. Не Да, такое же да. животное отношение к телу, да, как мы, как Тело правило. как возможность продолжать вот эту работу, да? Как дух, да, Да, как как дух. воплощение. Как воплощение для духа. В принципе, сразу все меняет. Тело сразу становится очень важным, самым важным, да, но важным в правильном смысле. Не в смысле самом по себе, которого нужно лечить, пестовать, там, массажировать постоянно с ним, возиться, носиться и так, и сяк, и уже не знаю, как с этим телом, куда его там еще пристроить. А именно по отношению к тому, зачем оно здесь, что оно собой представляет. А это есть воплощение. Тело и есть воплощение. Его нет самого по себе, если нет воплощения. Окей, хорошо, друзья, тогда остановимся здесь и продолжим в следующий раз с нашей седьмой шлоки. Я тогда закрываю мантры. Сарве бхаванту сукхинаха, сарве санто нирамаяха, сарве бхадрани пашьянту. Ма кашчит духа бхаг бхавет. Ом шанти, шанти, шанти. К нам, кстати, присоединилась Людмила, Лоя Мила.
из Брюсселя. Мы учились в одной школе. И вот здорово. Она тоже с нами. Сейчас вот она здесь, вы видите ее там. Если кто видит, кто здесь. То есть у нас будет, иногда она будет к нам присоединяться, да? Но я ее включил в список, если она захочет что-то сказать. Ну, хорошо. Да? Да, милости просим. Хорошо, ну все, тогда счастливо всем. И до следующего раза тогда. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. До свидания.